Фунгициды – это специальные препараты, которые помогают устранить грибок и другие инфекции с огурцов и защищают растения от дальнейших поражений. По типу воздействия препарата на огурцы есть два типа препаратов – лечебные и защитные. Защитные используются для профилактики появления грибка на растении, а терапевтические – уже при обнаружении характерных симптомов заболевания. Активные компоненты этого препарата быстро попадают в клетки растения и быстро выявляют патогенную грибковую микрофлору. Они препятствуют делению клеток, нарушают их обмен веществ и помогают вывести расщепленные остатки бактерий из структуры растения. К тому же этот препарат помогает сформировать у растения иммунитет к грибковым инфекциям и защитит от них в будущем. Я использую препарат Квадрис. Это новое средство, которое содержит стробелурины в своем составе. Это нетоксичные вещества, которые отлично справляются с грибками. Дополнительно огурцы будут храниться дольше обычного, без каких-либо последствий для растения. Хорошего вам урожая, больших и вкусных огурцов!